Зимний месяц, весенние температуры воздуха. Погода по всей стране в этом феврале продолжает удивлять. Так, например, циклон, который накрыл территорию Хабаровского края и Приморья, принес резкое потепление и дожди, что абсолютно не характерно для суровой дальневосточной зимы. В результате не пройти, не проехать, все дороги моментально заледенели. Во Владивостоке местный житель попытался даже проложить маршрут ползком. В Москве сегодня тоже скользко, сильный ветер, мокрый снег и около нуля. Это, наверное, самое нелюбимое сочетание для жителей столицы. Порадоваться можно за тех, кто сейчас в Сочи. Там уже начали распускаться первые весенние цветы, подснежники, цикламены и даже мимоза. На несколько недель раньше обычного. Вот уж где точно пахнет настоящей весной.